Ранены. В штабе АТО говорят, больше всего жертв близ Авдеевки, где БТР армейцев подрывался на фугасе. Провокаций по всей линии фронта становится все больше. Об обстрелах расспросим корреспондента событий Людмилу Горбач. Она на связи из Мариуполя. Людмила, где самые горячие точки сегодня? Добрый вечер, Елена. Вот по сообщениям Донецкой областной милиции, обстрелы со вчерашнего дня не прекращаются в пригороде Дзержинского. Там артобстрел идет со стороны Горловки. Некоторые снаряды долетают и до жилых кварталов. Есть разрушенные дома, есть и раненый мирный житель. Это сотрудник местной шахты. Еще один мирный местный житель сегодня был ранен во время обстрела в селе Гранитном. Не прекращаются атаки боевиков и вблизи Донецкого аэропорта. Под огнем опытное, пески, водяное. А также ситуация остается напряженной и на юге Донецкой области, сообщают в штабе антитеррористической операции. Сьогодні ж противник вже 9 разів порушив умови мінського меморандуму. Всі ці 9 разів були населені пункту Широкіна. При цьому він використовував вночі артилерію калібром 152 мм. На день перейшов на калібр 120 мм міномети. В окремих випадках навчених військовослужбовців було дозволено використовувати вогонь відповідь, використовуючи 82 мм міномети. І дуже влучно потрапили по вогневих точках противника. Вот в таких условиях объявленного официально перемирия наши украинские военные продолжают нести службу. Некоторые со дня на день должны были демобилизироваться, ведь отслужили, как положено, по году, но их возвращение домой затягивается. Только по слухам знают, что задержаться придется, пока им ничего не объясняют. Они, как один, говорят, что готовы служить еще несколько недель, месяц, только знать бы, сколько точно. Почему не готовы мириться с неопределенностью, смотрите в нашем сюжете. 9 серпня весілля має бути. 31 травня заручені. Моя маленька мене чекає. От. Сердечко її ношу біля себе. От. Хай чекає, скоро повернуся. Наталья ждет возвращения жениха Романа из армии. Сперва ждала со срочной службы, теперь с войны. По всем срокам, вчера парень должен был отправиться домой, но демобилизация затягивается. И не только для Романа. Весь второй призыв, как один, рядом в строю. По закону Украины, также принято, воно получается, что 10 дней не дослужує каждый солдат до року. Фактично сьогодні 6 число, 16-го я призваний. Сьогодні я би мав бути вже звільнений. А это другой батальон, но проблема та же. А с работой уже начали звонить предприниматели, то есть ребята, у которых работали. Значит, если ты не приходишь на дембель, 16 числа ты не приходишь, год заканчивается, значит, мы тебя увольняем. Будешь с нами судиться, пожалуйста, судись. Но мы поставим тебя в такие условия, что ты сам уйдешь с работы. А некоторых уже не работодатели ищут, а военкоматы по месту жительства. И мой куратор как бы позвонил вот, и говорит, Андрюш, мы тебя ждали уже вчера или сегодня, то есть где ты? Я говорю, я еще служу. Она говорит, то есть вас уже ну, как бы должны увольнять, уже как бы вот вы выступили, там все, то есть ваше время истекло. То есть я должен уже 5 мая быть дома. Почему так, командование объяснять бойцам не спешит. Командир сегодня мне сказал, капитан, не нравится, ложи оружие, иди, кто тебя держит? Мы единственное сказали, что нас держит тут законы. Присягаю, что я верен в своей Украине, я родился тут, я ее буду защищать. Ну год отслужили, все. На каких обстоятельствах нас задерживают? Кто-то объяснится, или нет? Мы просим, чтобы приехал сектор и приехала наша команда. На любой вопрос солдата, ребят, мы получаем ответ. Звоните на горячую линию. Не смогли ответить, когда мобилизованных отпустят домой и в штабе сектора М. По рассказам военных, некоторых бойцов командование уже подготовило к демобилизации, заставило сдать выданную экипировку. И сколько придется служить в том, что привезли волонтеры или купили сами, никто не знает. Из Донецкой области Людмила Горбач, Владислав Казаков, Игорь Климчук. События. Канал Украина.